Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня расскажу о ICO SAT. SAT в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование SAT с сайта компании. Сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте, а также white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. Ниже нам предоставлен отчет о продаже токенов. Мы можем видеть, на каком этапе находится. Также можем видеть стоимость. Сколько всего SAT? SAT – это маркер ERC-20, созданный для облегчения рекламных транзакций со смарт-контрактами. Используя SAT, платежи между рекламодателями и издателями будут быстрее, безопаснее и дешевле благодаря интеграции дополнительных функций. Основными преимуществами SAT являются мгновенные транзакции, безопасные, функциональные. Нет больше задержек в платежей или дорогостоящих банковских услуг. Также это децентрализованная система и также использование платформы блокчейн. На сайте вы можете ознакомиться с часто задаваемыми вопросами, например, что такое SAT, каковы преимущества использования SAT, как получить SAT и так далее. Также информацию о данном ICO можете найти на предоставленной ниже платформах. Далее сайт нас знакомит с командой. Написано «сильная, мотивированная команда». Мы можем увидеть, что команда действительно хороших специалистов. Она внушает спокойствие и доверие. К тому же команде помогают известные специалисты в области криптовалюты, маркетинга. Нам предлагают ввести свой электронный адрес и подписаться на рассылку. Или же, если вы хотите, можете подписаться на один из каналов соцсетей, стать подписчиками, быть в курсе последних событий относительно этого проекта. Рассмотрев всю приведенную выше информацию, а также факты, мы понимаем, что у проекта имеются достаточно хорошие показатели работы, которые будут привлекать к нему все большее число участников. Его активные темпы роста обусловлены многочисленными достоинствами, которые ему присущи уже вот на самых ранних стадиях развития. На этом обзор нового ICO проекта SAT закончен. Могу сказать одно. Держите руку на пульсе в сфере ICO. И пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!